На карте мира скоро может появиться новое государство. На острове Бугенвиль в Тихом океане проходит референдум о независимости от Папуа Новой Гвинеи. Первым на плебисците проголосовал глава администрации автономии Джон Момис. Я очень рад, что исполнилась моя мечта – дать народу определить свою судьбу законным, демократическим способом. Референдум организован в рамках мирного соглашения между правительством и сепаратистами. Оно положило конец гражданскому конфликту, который унес жизни более 15 тысяч человек. Просто дайте нам свободу, вот о чем речь. У нас сегодня большой праздник. Я готова была разрыдаться, но сдержалась. Меня переполняет гордость. На Бугенвилле расположено одно из крупнейших в мире месторождений меди. Кроме того, здесь добывают золото. При этом большинство населения неграмотно, а многие избиратели живут в деревнях в труднодоступных районах. Референдум будет проходить 2 недели. Согласно последним соцопросам, независимость поддерживают почти 2/3 жителей острова.